Здравствуйте, меня зовут Ярослав, и сегодня расскажу вам о дополнении к настольной игре «Каменный век» 100 тысяч лет до нашей эры «Роскошь каменного века». Обзор на игру «Каменный век» вы можете найти по ссылке в описании, а сейчас я покажу вам, что же нового приносит дополнение. Появилась новая часть поля, которая кладется прямо поверх старого. Появился новый набор компонентов для пятого игрока и новые кубики для трека торговли. Появились новые жетончики для подсчета очков, новые хижины вдобавок к старым, новые карточки, а также новые жетончики ресурсов. И появились украшения, клыки и кольца. Одно кольцо равняется трем клыкам. Эти украшения будут использоваться для обмена на ресурсы. Теперь о том, как же это выглядит при добавлении к базовой игре. В целом, это та же игра и играется так же, но есть нововведение. Теперь расскажу о самом главном, что появилось в игре. Трек торговли. В деревне теперь есть хижина торговца. Вы можете поставить сюда двух миплов, чтобы передвинуться на два деления на треке торговли. Каждый раз, когда вы передвигаетесь на этом треке, вы получаете два клыка. Теперь вы можете торговать. Один раз в ход вы можете обменять драгоценности или ресурсы по курсу, указанному на треке. Если вы в самом начале трека, вы не можете торговать. Тут курс 2 к 1, тут 1 к 1. А если вы добрались до конца этого трека, то можете обменивать один любой ресурс или драгоценность на два других. Например, вы можете поменять один клык на камень и золото. Драгоценности можно добыть на охоте. Теперь, когда вы посылаете сюда чуваков, то кубики, которые вы кидаете, можно распределить и на еду, и на драгоценности. Драгоценности – это не ресурс, и их нельзя скушать. Вот здесь у нас появилось новое место для покупки карт. Теперь у нас всего 5 карт для покупки на выбор. Новое место особое. Чтобы купить здесь карту, нужно потратить 3 клыка. За дополнительные 3 клыка мы получаем еще одну карту сверху колоды. Верхний бонус при этом мы не получаем, а смотрим только на нижнюю часть, которая принесет нам победные очки в конце игры. Появилось новое направление в картах. Вот эти дамы с бивнями приносят победные очки за каждое пройденное вами деление на треке торговли. Появились новые хижины. Вот такой забавный сарай. Вот такие хижины, которые приносят очки и ништяки за драгоценности. Вот на эти здания можно ставить юнитов, чтобы добыть свой личный ресурс. А вот эти домики приносят по ресурсу раз в ход. Новые здания стали очень крутые. Это дополнение принесло много нового и в без того хорошую игру. Главное, что появилось, это драгоценности и торговля, что добавляет много новых возможностей. Лично я уже сейчас не стал бы играть в базу без дополнения, но понимаю, что для новичков это может быть немного сложно, поэтому им сначала лучше сыграть просто в стандартную игру. Но это, конечно, на ваш вкус. А с вами был Ярослав, подписывайтесь на канал, вступайте к нам в группу ВКонтакте, вступайте к нам в группу в Фейсбуке, у нас есть Твиттер, Инстаграм, все для вас, катаны. Играйте в хорошие игры!